Основная цель визита Дмитрия Голубкова в 8-й микрорайон Одинцова – это контроль за исполнением работ по благоустройству. В прошлом году депутат дал ряд поручений, которые сейчас реализуются. Парламентарий посмотрел новую детскую площадку на улице Солнечная, которая построена по программе губернатора. Вот видим, что и деток много, и пользуется большим спросом, если можно так выразиться. Родители детей приходят. Тот самый случай, когда результат налицо. Вот губернаторская программа, она, конечно, я знаю, что слышу от жителей, от тех, кто проживает в нашем округе, прям идет реальная конкуренция между дворовыми территориями, чтобы попасть в губернаторскую программу, чтобы таких площадок было как можно больше. Жители ценят такие проекты. Отмечают, что в нашем городе хороших игровых зон для прогулок с детьми становится все больше. Депутат остался доволен качеством детской площадки. Считает, что здесь все продумано и сбалансировано. А главное, безопасно для детей. Следующая точка инспекции – дом номер 34 по улице Союзная. Жители просили депутата помочь им провести освещение придомовой территории. На данный момент выделены средства, разработан проект, ведется подготовка территории и проводятся конкурсные мероприятия. До конца года работы будут полностью выполнены, установлены и подключены опоры освещения, сообщил депутат. Много жалоб поступает от жителей по улице Союзная и относительно ремонта внутридворовых дорог. Люди просят установить лежачие полицейские возле дома и детской площадки, поскольку горе-водители не соблюдают скоростной режим в жилой зоне. Депутат согласился с актуальностью проблемы и обещал помочь в ее решении. Дмитрий Голубков проверил также качество ремонтных работ в подъезде одного из многоквартирных домов 8-го микрорайона и убедился, что они выполняются согласно утвержденному плану. Покрашены стены, заменены окна, установлены новые почтовые ящики.